Тревога, к счастью, оказалась ложной. Кирпичи, из которых возводят стены в новых домах, на стройку поступили прямиком с Дарасунского завода. И ранее нигде не использовались. В этом нас заверил представитель службы единого заказчика Забайкальского края. Ну, кирпич новый все-таки. Вот вы то, что видите. У меня на него документы, паспорта соответствия. Специалисты объяснили, эти кирпичи предназначены специально для внутренних работ. С эстетической точки зрения они действительно уступают красивым и аккуратным облицовочным кирпичам. Но внешний вид на качество изделий никак не влияет. Они прочны и долговечны. В службе заказчика также добавили, повышенное внимание граждан к качеству строительства домов для погорельцев понятно. Но в данном случае тревога абсолютно беспочвена. Мария Машанова, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.